У меня проблема. Помоги мне. Что, теперь большой друг Вурхиса? И чего тебя в эту дырищу занесло? Вурхис — большая жирная свинья. Вечно меня достает. Хочу от него отвязаться. У меня есть предметы, знаешь, на продажу. Они и Вурхису нужны. Хочешь бросить меня? Не выйдет. Я прячу барахло у развилки в Сипоко. Сможешь его оттуда достать для меня? Да пошел этот Вурхис. До встречи. Ты вернулся? Нашел все в Сипоко? Вот черт, то-то Вурхис разозлится. Как здорово. И чего тебя в эту дырь занесло?
Объяснять тебе здешние правила. Эй! Ух ты! Подожди. Сдавай стволы и прочее оружие. Что мы не боимся ядовитых гадов из СНС. Говорит Радио Свобода. Мы дарим эту музыку всем добрым людям. Впустите ее в свое сердце. Будьте храбры. Делайте то, что должно быть сделано. Понимаю. Нет мира нечестивым. Вот и хорошо. Для СНС настали опасные времена. Мы все в опасности. Даже я. Давненько не виделись. Мы с майором только что разговаривали о том радиоведущем. Мощность пропагандистской машины в этой стране впечатляет. Это все ложь. Да, конечно, только во время передачи фото. Мы хотим прикрыть станцию. Уже известно, что вещание осуществляется из автомобиля. Именно поэтому наши солдаты не могли найти передачу. Сегодня утром их передвижная станция остановилась у деревни Велигол. Тебе нужно напасть на фургон и уничтожить станцию. Да, в одиночку. Понимаю, будет непросто, но, по крайней мере, на твоей стороне элемент неожиданности. Это простая работа. Всего-то и нужно, чтобы взорвать генератор. Ты согласишься нам помочь? Ложь этих людей опасна для всех. Конечно, мы заплатим. Уничтожение генерала запорит им передатчик. Запомни название. Деревня Велигол. Береги себя. Не люблю терять хороших бойцов. Хаким, нужно поговорить. Встретимся через реку от почты. В убежище. Thank you.
Здравствуй. Спасибо, что встретился со мной. Я кое на чем работаю. Значит, там босс, а нанял тебя уничтожить радио «Свобода». Передачи идут в эфир с 10-секундной задержкой, и он всегда держит руку на кнопке выключения. Он сидит в деревне. Вы уничтожите его, не так ли? На радиостанции убеди ведущего слегка изменить сетку вещания. У меня есть текст, который надо прочитать в эфире. АФОД пригласил сюда наблюдателя инспектировать клиники. Хотят покрасоваться перед мировой общественностью. Посмотрим, что скажет эта общественность, когда народное ополчение разорвет ублюдка в клочья. Моего текста достаточно, чтобы начать бунт. Правды в нем о нашем госте мало, но люди верят всему, что слышат. Особенно по радио. Есть, правда, проблема. Я нанялся к нему водителем. Когда начнется бунт, мне понадобится помощь. Он в тур-деревне. С ним проблем не будет. Тебе надо. Здесь ничего ценного нет. Ты украсть что-то хочешь? Я не понимаю. Ты зачем здесь? Что такое? Ситуации в южной части Бова 7. Корреспондента Рубана Алладинбе. Рубан, насколько тяжелая ситуация? Правда ли, что сила охраны проводит? Полагаю, министр мертв. Не уничтожай радиостанцию, пока не заставишь диктора прочесть мое сообщение. Thank you.
заботитесь о матери. Кто здесь? Зачем это все? Хочешь, чтобы я в эфир? Отпусти! Ладно, как хочешь, но никто никогда этого не услышит. Мы прерываем эту песню для очень важного сообщения. Среди нас чужак. Крокодилы доставили нам шпиона. Он притворяется чиновником из Минздрава. Шпион хочет отравить наши колодцы. Яд искалечит наших детей. Вы слышите? Ваших детей. Допустить этого нельзя. Мы должны вместе остановить шпиона. Сейчас же. Его джип на шоссе южнее Велигова. Не дайте ему добраться до пустыни. Я прочел твою глупую записку. Теперь уходи. Ну пошел ты! Спасибо, друг. Я слышал объявление. Отличная работа. Теперь моя очередь. Скоро ты меня услышишь.
Да, что?
Так, верно. Сдавай мне оружие. Это рискованно. В чем риск? Моему народу это не повредит. Но вы не готовы начинать войну с другой страной. А кто говорит, что будет война? Мистер Грифс, вы все понимаете слишком буквально. За этот ужас отвечать будем не мы. Нет, мы будем молиться за несчастных жертв трагедии. Это нас объединит. Единая Африка. Как звучит? Вот что нам нужно. Слишком много праздности вокруг. Трагедия же сплотит людей вокруг главной цели. Наш друг вернулся. Может быть, поможешь нам положить всему конец? Удивительно, как ты только выжил? Кто-то должен взорвать трубопровод. Не просто трубопровод. Конечно, людям бантувы качают воду за границу, получая в обмен деньги. Это нерв моего врага. Трубопровод сейчас ремонтируется, так что он весьма уязвим. Точка удара на стройплощадке. В полукилометре на запад от насосной станции озера Сиголо. Эта труба очень большая. Потребуется много взрывчатки. Ее можно найти у шахты Таемоку. Но шахта находится на вражеской территории, друг мой. На западе. Нужно быть очень осторожным. Грифс беспокоится за людей, жизнь которых зависит от воды. Но ведь это война. Потери неизбежны. Все, что мы делаем ради общего блага. Ради сильной Африки. Здесь деньги. Взрывчатку возьмешь на алмазной шахте. Цель – трубопровод на строительной площадке. Удачи! Готовься к неожиданностям. Я бы на твоем месте готовился. Thank you.